прощай, Ир. Давай. Я Инк. Я Ир. Между выпусками мы пытались что-то с этим сделать, но ничего не получилось. Надеюсь, что мы сегодня исследуем вот это. Что? А, шаттл. Типа на него обязательно нужно поставить закрытую фигню. Ну и да. И еще что-то надо в него воткнуть. Генератор, что ли, в него надо воткнуть? Такое ощущение, что его надо сюда вставить. Я, кажется, догадываюсь, что это за фигня. Так, давай просто гидразин для начала. А, нет, это просто... А, сюда про... Вот. Куда оно? Попробуем гидразин номер два. У нас много гидразина. Так. Эй! А, она наливается, смотри. У нас мало гидразина. Туда влезло уже все. Ну и что? Все, полное. А, вот еще гидразин. Отлично. Вот, отлично, тебе, ну, как бы он... А, попенял пасть! Рип Эйр. Выращивал, выращивал. Так, одна, как бы, важная, существенная деталь, которая оказалась где-то под землей, наверное. Я ничего не знаю. Сейчас последствия. Нафиг. Не-не-не, подожди, я хотел расставить их прикольно. Ладно. Потом мы будем между ними ходить. Ну, нужно сидушку сюда поставить. А почему мы не можем этого сделать? Потому что нам нужен коппер. Три меди нужно было. А нам нужно построить тогда вторую сидушку. Сидушку, а почему она не позволяет сделать вторую сидушку? Энергии нет у платформы. Ну чё, поехали. Залази. Держи только меня. У-ху! Ты можешь управлять этой штукой? Только камерой пока. А мы можем сюда дойти пешком? А, мы можем выбирать, куда приземлиться? Так, я предлагаю куда-нибудь приземлиться. Блин, куда? Мы можем взять какую-то противоположную точку. Ну, то есть максимально далекую от нас, да? Ты думаешь, это имеет смысл? Я думаю, наоборот, поближе, чтобы мы могли пешком вернуться. А потом приехать на машинах. Блин, а машины сами не уедут назад. Мы не можем уехать на тачках и построить шаттл, или шаттл привезти на тачках, да? Нет. Но на шаттле мы сейчас просто приземлимся, а, например, в пещеру залезть на тачках не получится. Как, где мы кислород будем брать, когда мы приземлимся? Мы, получается, от шаттла никуда не отойдем. А опоры опять придется с собой таскать. Я хотел вот от этого избавиться. Если мы можем новую базу строить, мы можем там тачки построить. Мы можем просто собрать с собой ресурсы и все, на месте построить. Ну ладно, давай на противоположную часть планеты. Это, по крайней мере, гарантирует, ну, максимизирует шанс того, что мы какие-то ресурсы найдем, которых у нас не было. Ладно, давай сюда. А, нет, нормально. Ты куда нас высадил? Ураган тут прошел только что. Я его не вижу. Ну, выглядит пока бедненько, как бы. Ну да, ну блин, там сверху особо не видно. У горы может быть что-нибудь? В принципе, смотри, у нас есть кислород, у нас есть энергия, мы можем достаточно далеко отходить. Да, ну слушай, нам опять нужны палки. Ну ладно. Сбегаем пока. Так, ну это галимый органик, насколько я знаю. Да. Вон наверху смола. Ты просто, кажется, хотел что-то попробовать, вот я тебе и предлагаю. Хорошо, сейчас я только осмотрюсь. На удивление, где ты? Вот-вот, сзади. Да-да, давай. Только я сейчас задохнусь. Наверху, на удивление, ничего интересного. Да, ладно, нам пошел. Нужно время, чтобы спуститься. И рекну тебе делать это аккуратно! Ой, твою ж мать! Нормально, в Скайриме не так ездил. Или в Ведьмаке, где это было неплохо. Нормал.
Нам на самом деле нужно соединение, чтобы построить опоры, не отходя далеко. Два соединения собрал. Два — это мало, нам нужна машина. Так, у меня резинки нет, у тебя есть? Ты набирал там? Нет. Есть смысл прилететь обратно на базу? Набрать все необходимое, у нас там куча всего, да. У тебя работает? Кто? Опоры твои. Нет. Ну что ты их строишь, они не работают? Что за лажа? У тебя первое слишком далеко. О. Может быть, там гидрозиния есть? И еще нашел, слышишь? Иди ко мне. Я нашел пещеру. Я все-таки смолу выкопаю. Сколько могу. Тут смола есть. Слушай, я возьму только вот это. Так, ну исследовательскую станцию все-таки, я думаю. Сделаем сразу вот так. Да. Алюминий. Я почему-то не слышу, но я вижу ураган. А ты слышишь его? Нет. У меня нет звуков. Ну давай посидим, не знаю, поговорим о чем-нибудь. Анекдот там, может. Эй, Хьюстон, короче, я тут на туалете сижу. Мне делать нечего. Который мы построим что? Правильно. А может быть, нам нужна печка, потому что она позволит нам получать из всяких малахитов и прочей херни, которые мы найдем в пещерах. Слушай, у нас на базе до хрена всего. Может быть, давай мы сюда принесем просто и все. Оставим тут все, вообще даже батарейки оставим. Так, ну я предлагаю туда скинуть медь, а вот батареечки все-таки приклеить. Что, прилетели? Угу. Так, теперь нужно как бы, ну, не... Мы найдем это место-то еще раз? По-моему, мы лжанулись с этим, да? Надо было бекончик поставить, да? Слушай, давай, пока мы помним, более-менее, мы прямо сейчас-то полетим и скрафтим бекон. Сейчас, давай все-таки наберем ресурсов. Дома. Давай, хорошо. Я надеюсь, это дом. Конечно, механика здесь прям... Звездная. Kerbal Space Program отдыхает. Я взял два алюминия. Смолу. Соединение. Соединение нужно. Очень важно. Слушай, у нас два титана. Мы что-то хорошее могли построить из титана, но... Вернее, не могли. Подъемник. Давай. Так, и чем будет поднимать? Так. А, типа, можно вертикально? А, подожди, а что он будет поднимать? Типа, можно с собой тащить его, что ли? Ну, я не очень понимаю, что происходит. Я не понимаю, зачем его тащить, если его с той же удачей можно было поставить на место этого подъемника. Так, ну вот вроде бы я упаковался. Погнали. А смолы, кстати, у нас не очень много. Я взял 5 смолы. Все. Я взял в руки, смотри. Не вижу. Я тоже. Но у меня в руках это было. Минус смола, короче, да? Слушай, я вижу какую-то дикую линию. Я, похоже... Она надо мной, смола. А, ну она очень-очень далеко, да? Видишь, я ее двигаю, кружу влево-вправо. Нет, не вижу. Но я тебе верю. А теперь, внимание, вопрос. Я тебе про это говорил, нужно было сразу запомнить и сразу-то полететь. Не, дело не в том, что я не помню. Дело в том, что то, чего я помню, здесь нету. Я нашел ту вещь, которая была ближе всего к противоположной стороне планеты. Сейчас нужно найти ее еще раз. Допустим, вот эта вещь. Видишь смолу? Да. Ну, давай попробуем еще раз. Ты забрал свою смолу? Да, окей.
Это бред вообще. Она растягивается. Ты видишь теперь, да? Да. Ну вот и как теперь нам это место искать, Эйр? Ну это, блин, полный косяк был. Ну ладно. Теперь вторая локация. Местечко. Да. Может сразу обратно? Пипец, блин, заблудились, называется. Но у нас, кстати, после этого надо возвращаться на базу, потому что гидразин, он... Ты предлагаешь не тянуть, да? Ну все, ковершечки. Слушай, я не хочу тут застрять, давай домой. Точно, ты уверен? У нас сейчас будет, наверное, последняя попытка примерно. Давай попробуем еще раз. Все-таки, да, короче, еще раз. Ты не спеши, давай лучше еще кружочек сделаем. Подумай, как следует. Ну вот, мне кажется, ты нажимал. Слева нижний из трех. А, все, короче, это конец. Что, неправильно? Не знаю. А что будет, если топливо у нас кончится? Ты посмотри, сколько у нас топлива осталось. Просто на издыхании. Что будет, если мы на нем взлетим, но не вернемся? Как бы, если у нас не хватит топлива приземлиться. А мне кажется, он просто не даст взлететь. Мне так кажется. Это было бы логично, ну, для баланса. Давай, ровер. Ну, ага, ага. Я тут, смотри, что еще нашел. Иди ко мне. Сейчас что-то следы. Модификатор больших участков. Они издеваются. Сейчас самое время, мне кажется, обратиться к нашим зрителям. Дорогие зрители, если вы знаете, что это за чертовы модификаторы, как ими пользоваться, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Спасибо. Анализатор к анализатору поверхности, это тоже относится. Анализатор ландшафта. Нам принтер не нужен, можем сразу построить одноместное сиденье. Кран даже можем построить. А почему у нас соединение парит в воздухе? Ты это тоже видишь? Да. Может быть, пойти поймать его? Или пусть парит? Поймай лучше. Ожидаемо. Но нам нужно много соединений. Но этим уже можно заниматься, у нас уже есть ровер. Поехали, садись, я буду за тобой бежать. Ты беги, если что, подъедешь ко мне, если мне будет плохо. Ну, то есть совсем далеко не едешь. Вот, кстати, энергия, давай на тебя наберу. Вон куча соединений. Очень много соединений. Ну что, можно идти строить второй ровер? Да, спокойно. Давай энергии наберу. А, наверное, не нужно. Нужно будет сейчас. Сейчас будем строить, а у нас ночь. Может быть, нам больше всего нужны не ресурсы, а объекты для исследования. И нам нужно будет прежде всего их возить. Может быть, даже мы первый склад уберем. Да, да. Так, но энергию тогда поставь меня, пожалуйста, вот в ровер, если у тебя есть лишнее. Хоть с батарейки, хоть откуда-нибудь, то я вообще не уеду. У меня есть. А, да, пока бекончик нам поставить. Точно. Сейчас тебе тоже рекомендую сразу поставить на тачку батарейку, солнечную панель. Вот, у меня уже набирается. И я поехал прям туда. Вот я нашел пещеру. Там цветочки. Наш любимый. А сверху, по-моему, там погода буря. Ухудшается. Так, вот это что такое? Все, короче, я делаю вот так. А, это смола. Так, я пока тачку оставлю так. Почему все эти спутники под землей? Вот это можно взять, исследовать. Ну, это, так, кажется, такое уже исследовали. Ну, давай я пока поставлю. Да, я возьму гидрозинчик. Ну, в рюкзак, да. Он нам нужен. Да, это единственный ресурс, который нам нужен. Смотри, что нашел. Так. Это какое-то сопло. Двигатель. Я встречал его в Астронире еще год назад.
Это но я так и не выяснил, для чего оно. Но я бы его взял. Зеброшар. Что-то их много, да? Ну, пока только второй нам встретился, да? Кстати, почему мы тот не взяли? Я хочу попробовать его исследовать. Может, его можно исследовать. И еще один двигатель. Что за пещера странная? Что за посыл? Еще один зеброшар. Ну вот теперь их дофига. Теперь, да. Раньше они были встречались гораздо реже. И раньше столько всяких поломанных спутников точно не было. Нам, в принципе, нужен выход, потому что мы уже загружены, по-моему, да? Ну да. Вот спутник, и я вижу, что там уже какой сразу этот для исследования квадрат, мы его уже исследовали. Мне интересно. Вот посмотри вот на это. Зеброшар? Да. А мы здесь не приезжали, случайно? Похоже на то. Да, я нашел выход. Но не то чтобы выход. То есть выйти через него нельзя, но так это выход. Вот так вот. Я просто втопил. Давай, я за тобой. У меня машина на дыбы встала. Да, тоже было. Слушай, не зря сюда еще один... приехали. Вот это мы точно не изучали. Ты вместо зеброшара, наверное? Нет, вместо твоей фигни. Ну, блин. Мы его изучали уже, слышишь? Ну ладно. Ну а теперь просто... Топим. На самый верх, да. Но это тоже очень хорошо, смотри. Красненько, да, как в ночном клубе. Слушай, ну прям вообще мы изи выехали. Мы выехали. Только вопрос, куда? Где? Я вижу. Так, я исследую зеброшар. Божечки. Что ты с ним можешь сделать? Он прям ставится сюда, да? Да, но исследовать нельзя. Смотришь? Так. Прощай, Ир. Твой... Твою прощай! Что сейчас было? Сколько раз ты сдох? Как минимум два. Один от взрыва, и второй, когда здесь появился. Ты мне объясни, почему такая дырень? Ты наш охранитель, что ли, взорвал? Я динамит приклеил к зеброшару и взорвал его. Ну что, следовать будешь? А сейчас, по-моему, на нас надвигается буря. Ну, я пока следую. О, вот это мне нравится. Ты знаешь, у меня такое чувство, что все-таки это не зеброшар так взорвался, а в соседней ямке был еще динамит. А, может быть, гидразин взорвался? Это все-таки топливо? Слушай, мы изучили большой планетоход. Итак, и чем он будет хорош? 4 алюминия. Ну, не вопрос. Троим. Угу. Ой, ты любишь приключения. Так, ну... Прощай. Ты видишь разницу, да? Ну, это фактически два ровера в одном. И нам нужен еще один большой ровер, потому что мы будем носить много объектов для исследований. Камера, к примеру, вот сюда. Ты же меня видишь, да? Я еду. Да. Там не стою за тобой опять. Вот это да, форсаж. Да, и это я тоже видел. И вот пещера. Отлично. Ну вот нам, пожалуйста. Что нам нужно было, я забыл. Алюминий? Да, он, вот, по-моему, лотерит. Из малахита. Нет, малахит, медь. Лотерит, алюминий. Зеброшар еще один, и я его возьму. Ой, я нашел вещь, которую мы уже исследовали, по-моему, сердце какое-то. Знаешь, в чем плюс еще этого ровера? У него еще дополнительные двойные слоты спереди и сзади, ты посмотри. Еще один зеброшар. Я просто хочу взять и взорвать отдельно. Провести эксперимент. Да. Слушай, у меня что-то начинает подлагивать. У меня давно лагает. Плохой знак. Мне вообще-то пещера напоминает место очень знакомое. Такое чувство, что мы здесь уже были. Нет, мы тут точно не были. Слушай, мы тут были.
Да ладно. Да, это та же самая пещера. Да. Здесь даже раскопано. То есть мы сейчас должны найти и выход. Ну вот, я вспомнил, как нам выбраться. Бегай сюда. Да, слушай, та же пещера. What the fuck? Нам сейчас направо, туда, точнее назад сразу, по-моему. Да, ага. А, я умудрился застрять. А, шарик. Нет! Ну что, он провалился в самую глубокую часть. Не-не-не, вот. Птица. Давай исследовать пока солнце и переплавлять... Так, а где у нас плавильня-то? Ага, вижу. Слушай, сейчас тут еще что-то изучим. О! Он у нас должен появиться в рюкзаке. За титан. Я пока заправлю наш шаттл. Ну, отлично. У нас два планетохода. Еще мы смотрим, что можем сделать. Вот что можем уже сделать. Можно попробовать. В конце концов, не жалко. Так, вот, ну вот и чего. О, а на него... Ой, извини. А на него что-то можно поставить. Ой, подожди, на него можно сесть. Смотри. Ой, что-то с тобой не так. А, фак, как я... Сел. Ты посмотри, что я сделал. Что ты сделал? Ты сиденье прикрепил на кран. Да, и я сижу в сиденье и управляю. А если я сейчас сяду? Опа. Но управляю все равно я. Воу. Слушай, ну очевидно, сейчас нужно поставить бур. Бур? Может быть, нам нужно, ну как бы, прикрыть ее немножечко. Ямку. Попрыгай туда, слышишь? Короче, толчок для великана. Ой. Я как Нео, знаешь, пульки такие собираю пальчиком, и они падать начинают. Так, правда, там можно, в принципе, закрывать дырку, наверное, а здесь будет вход. Ну вот, вот так вот. Ага. Так, и, возможно, нам нужно еще вот, вот здесь вот, как бы, защиту. То есть, вот. Мне кажется, или опять началось? Да. Мне кажется, нам надо внутрь. А у нас задело, мимо прошло. Это было близко. Я что-то вижу интересное. Там в идеале бы найти какой-нибудь корабль. Я нашел титан для тебя. Одну медь. На, титан, скрафти себе бак. Пусть будет. Спасибо. Ой, слушай, вот я все нашел. Не нужно даже никакие пещеры ездить. Слышь, смотри, вот, малахит. Можно не спрыгивать, да? Да, можно спрыгивать. Ты едешь на выход, а вот здесь вот я почти прокопал. Можно вернуться так же, как вошли. Ага, сейчас. Я вот тебе кое-что сразу притащить. А где исследовательская... А, вот. Сейчас что-то исследуем? Ё-моё. Да. Ну, надо делать. А копалку можно отсоединять от себя? То есть она не встроенный инструмент? И на месте нее тоже что-то может заменить ее? Нет, ее нельзя выбросить. Ее можно взять её... как-то, да. Ни разу не нажимал. Ой, а ты уже управляешь? Ну, машины, да. Помогаю. Да, это машины, но не буром. Но не буром. Чувствую себя, как будто мы вот из фильма «Армагеддон» и прилетели на астероид. Нам нужен еще динамит, чтобы прямо вот как в фильме заложить его глубоко. А, точно, куча гидразина, зебра-шар и динамит взорвать в самой глубокой пещере.
Это миссия. Нужно все-таки протестировать, проэкспериментировать, как взрывается отдельно зеброшар, как взрывается отдельно гидразин. Я хотел, чтобы ты порыл что-то более полезное. Ну, давай. Вот, рядом можно, смола. Можно буром энергии помайнить? Пробую. Нет. О, кстати, энергия не тратится на бурение, да? Ага. Ты видишь, когда она забилась, смола? Да. Прям за тобой. Ну, два, вернее, сколько она? Четыре слота занимает. Четыре слота она не стоит. Так-то это... штука хорошая, которая, ну, без энергии очень быстро майнит. Ну, полезно, но... Четыре слота. Ну, она, видишь, она требует двух человек явно. Давай, доедем и ляжем. Спать. Сейчас, на самом деле, это не все. Хотел закончить такое, чем все-таки более интересно. Полетели на шаттл. Давай. Ну, ты давай, прожимай все. Нет, ты прожимай. И, кстати, по-моему, прожимает тот, кто первый садится. А теперь, какие кнопки ты здесь видишь, в принципе? Тебе не хотелось ее нажать до этого? Нет. Ты думаешь, нас выкинет в открытый космос? Мы умрем. Не бойся, нажми на нее. Планета. Барен. Теран. Так, дальше. А, мы пока ограничены, да? Мы не можем слишком далеко улететь. Только то, что внутри круга. Ты обрати внимание, что эта радиоактивная, она сейчас в нашу зону вошла. Ага. А потом выйдет. И будет плохо. И будет больно. Рядом с нами, видишь, пустынная. Ну, я буду переводить, как там это написано. А вот и вот еще более пустынная влетает. Засушливая. Я нажал. Я не знал, что мы сразу... Я нажал. Надеюсь, у нас было много гидразина. Потому что ресурсов мы с собой опять не взяли. Ага. Я предлагаю вернуться сейчас обратно. А ты хотя бы присесть, посмотреть. Нет, нажимай. Возвращаясь на земную, я предлагаю вот на этом закончить. И изведывать планету уже в следующей серии. Да, отлично. Всем спасибо, всем пока. С вами были... Эйр был там. Инк, по-моему, был тоже, да? До свидания. Пока. Когда лев-то? Или хватит людей баловать? Ну, не знаю. Ну, скоро. Наверное. Смотри, какая рядом с нами планета. Экзотик. Слушай, я лечу. Не-не-не, слушай, давай на потом. Реально. Ладно. Эйр. Сейчас. Вернуться? Всем спасибо, всем пока, говори. Ставьте лайки, если вам понравилось. Да, когда-нибудь мы прилетим на вашу планету. А с вами были Инк и... Эйр. Всем пока. До свидания. Thank you.